Дорогие друзья, вы на портале spb-tut.ru, школа программирования В. Болсуновского. Итак, дорогие друзья, закончил серию курсов. Вообще, знаете, сколько в школе видеоуроков? Более 8 суток. Сейчас расскажу о курсах. Более 8 суток всего в школе видео. Где-то там увидели какой-то урок, это не дает. Школа – это целостный материал. Если вот те ученики, которые в школе, знают, что постоянно вносятся дополнения в планы, идет переписка в группы, то есть постоянно обращается на что-то. Поэтому, конечно же, в школе нужно быть. Школа помогает двигаться в вашем направлении. И ваше развитие будет быстро, это доказано. Итак, давайте теперь к курсам. Значит, ну надоело наблюдать, если честно сказать, такие вещи, что у людей возникают трудности с соотношением между моделями. Я записал 3 курса, это 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 12, 13, 14, 15, 16. 17, 18, 19, 20, ну, в общем, больше 20 уроков. На что обращалось внимание? Ну, курсы, как обычно, в большом формате. Сейчас я открою. Ну, для удобного просмотра. Значит, мы вообще прошли весь путь. Я не думал, что излишнее будет. Конечно же, мы шли к тому, чтобы профессиональная работа с money to money, foreign key, отношения многие ко многим и многие к одному. Значит, что это такое? Ну, в принципе, кто знает, что это такое, значит знает. Нет, кто будет жанго изучать, выглядит это вот так. Ну, например, если мы делаем что-то там по недвижимости, то отношение многие к одному — это получается такое поле выборка, а многие ко многим — это когда можно выбрать несколько вариантов. По сути дела, получается, некоторые модели, в которых просто хранится информация, а другие модели просто в себе собирают все, что хранится в других, и вводят как одно целое. Так вот, у Django есть такие вещи, как money to money, то есть это сам ключ, который связывает модели между собой, и легко потом при помощи, используя эти ключи, соединять все модели. Это можно писать сайты абсолютно любой сложности. Значит, сейчас я расскажу, на что был сделан упор вообще. Значит, упор был сделан в первую очередь. Ну, во-первых, мы, опять же, где-то, может быть, и повторялись, но проделали... Я проделал все с вами от начала до конца проект. На что я еще обратил внимание, кроме money to money? Я часто вижу, что у людей оказывается затруднение с написанием функций. Поэтому я рассказал, когда у вас есть затруднение в этих курсах, это второй курс, то есть как писать функции. Объяснил очень просто. То есть писать мы будем в первую очередь, используя практически чистый Python. То есть эти функции будут у нас все контролировать. Далее мы четко разобрали вывод шаблоны в третьем курсе Money to Money и Foreign Key. Но настолько на пальцах разобрал. Просто-напросто вопросов не может просто быть, как обычно. Там мы рассмотрели, что вывод foreign key, то есть многие к одному, вывод money to money, и рассказал, чтобы раз навсегда разобрались с выводом изображений.
Ну, все остальное там уже то, что вы уже должны знать. Значит, дальше дал весь код, который есть, и важно очень выполнить домашнее задание. По сути дела, в домашнем задании вы напишите свои 5 моделей. Значит, 4 модели будут содержать информацию, пятая все в себе собирать. И усложним домашнее задание, сделаем еще дополнительную выборку. Я дал, где ориентироваться, есть уроки уже по выборке. И сбросьте это домашнее задание для тех, кто хочет. Просто очень важно, просмотрев уроки, самому все прописать. Тогда это отложится раз навсегда. Ну и потом мы то же самое повторим с формами. Как вы видите, Джанго действительно очень прост, только понимаешь это намного позже. Так вот, такие уроки, они дают возможность, просмотрев, и уже понимаешь. А это открывается путь к сложным моделям, сложным сайтам. Вот, что я хотел сказать. Значит, пока я это закрою. Очень много людей благодарных за уроки. Вообще я все благодарности собираю, вот письма истории. Это все, что ребята пишут в группе. Значит, что надо сделать? На данный момент есть акция получить, просто нажимаете получить логин и пароль, доступ пожизненный. И занимайтесь. Ну что ж, я надеюсь, что больше в школе я уже не увижу, что кому-то непонятно, как работать с отношениями между моделями money to money, foreign key. И этот вопрос уже будет, значит, простудирован многими людьми, добавлен, то есть, по крайней мере, мы о нем забудем. Ну, и это нам многим откроет дорогу к более, значит, серьезным сайтам практически любой сложности. Сайт spb-tut.ru. Также у нас есть Android. Нажимаем еще. И здесь Python for Android. Ну, пока все.